самая главная задача – это обеспечить разборку конструкции. Я думаю, что в течение суток мы завершим разборку конструкции путепровода. Сейчас проектная группа готовит решение по дальнейшим работам, которые предстоит нам сделать в самые кратчайшие сроки. И вечером они будут докладывать на штабе о проведенной работе. По итогам этого доклада будет создан график работ, который уже установит конкретные шаги и сроки для каждых организаций, которые будут участвовать в процессе восстановления путепровода. Принято решение Мингорсполкома об организации дорожного движения в связи с случившимся чрезвычайным происшествием, поэтому оно доведено было вчера до жителей города Минска. Сегодня утром мы проанализировали ситуацию по всем дорогам, увидели, что есть необходимость принять корректировки. Мы в течение дня их примем для того, чтобы максимально создать комфортные условия для жителей города.